Работа предвыборной избирательной комиссии ведется ежедневно с 21 февраля с 9 до 17 часов. Сейчас здесь определяют число избирателей. Дежурные работники РИК рассказывают, пока точное количество людей неизвестно, списки постоянно пополняются. Выборы пройдут на 6 участках. Все в Горводоканале, филиалы Крымнеопроект, Юкрыптехцентре, Коммерческом институте, СЕВНТУ и детском саду номер 22. После 23 марта состоится жеребьевка, тогда станет известен состав участковых комиссий. Сегодня или завтра будут уже окончательно утверждены списки членов комиссии, и после 23-го участковые комиссии начнут свою работу. Ирина Шестопалова добавляет, пока работа РИК ведется без особых трудностей. Со списками также путаницы не возникало. Что касается людей, которые не в состоянии прийти на выборы по причине физического недуга, члены избиркома придут к ним сами и помогут исполнить гражданский долг, но только после получения заявления от больного. Люди, которые не смогут прийти, они должны написать заявление в участковую избирательную комиссию и попросить заявление, что они не могут прийти проголосовать на избирательный участок, и будет выезд на дом. Напомним, промежуточные мажоритарные выборы по 19-му округу состоятся 7 апреля 2013 года. Рената Малышева, Виктор Кислицын, программа «Наше время».